Стамбуле взят в заложники прокурор Селим Кирас. Он был захвачен членами экстремистской организации прямо в своем кабинете. В соцсетях распространена фотография прокурора с приставленным к его голове пистолетом. Как сообщает телеканал «Хабертюрк», Селим Кирас вел дело об убийстве полицейскими во время манифестации в позапрошлом году подростка Беркина Эльвана. Экстремисты требуют судить причастных к этому убийству народным судом и заставить их сделать признание в прямом эфире телевидения, а также освободить всех участников акции протеста, проходивших в связи с убийством Эльвана. К зданию суда стянута полиция. Сообщается, что на этаже, где располагается кабинет прокурора, были слышны выстрелы.